Перевод и дубляж по версии таблетка Тим. Так и грязные шуточки. Не стоит доверять каждому чуду, которое вас окружает. Однажды парень зашел в туалет и увидел очень маленького писающего человечка. Человечек посмотрел на него и сказал: «Привет, я Лепрекон, и потому что ты мне понравился, я выполню любые твои три желания». Парень задумался, затем сказал: «Я бы не отказался от красивого дома». Так и сделано. Вернувшись домой, ты видишь великолепный особняк. Супер, теперь бы я хотел иметь красотку жену. Так и сделано. Вернувшись домой, ты найдешь женщину такой красоты, что тебе не захочется всю жизнь смотреть на других женщин. Превосходно! Ну, еще бы хотелось иметь большой член. Так и для этого ты должен позволить мне отыметь себя взад. Парень задумался, но так как он очень хотел огромный член, согласился. И когда они уже начали, парень сказал: «Знаешь, я не могу поверить, что позволяли прикону иметь себя взад». Маленький человек в ответ: «Ну, а я не могу поверить, что ты реально подумал, что я лепрекон». Нажми лайк, и конец света наступит не из-за войны между ангелами и демонами, и не из-за фуры Кока-Колы, которая врежется в фуру Ментоса, а потому что в России заблокируют YouTube, Лукоморье и Джо Реактор.